Шумный, веселый и поучительный праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, состоялся в кинотеатре «Искра». Его участниками и гостями стали более 450 воспитанников детских садов района. Фестиваль «Мир распахнутых сердец», который в будущем году отметит юбилей, на этот раз был посвящен защите окружающей среды, рассказывает Татьяна Акимова. В этом году участниками районного фестиваля детского творчества «Мир распахнутых сердец», который символично проводится в преддверии Дня защиты детей, стали более 300 дошколят. Тема фестиваля очень серьезна – охрана окружающей среды. Все правильно, учиться бережному отношению к природе нужно с раннего возраста. И примеры ребятам в этом должны подавать мы, взрослые. Примером быть несложно. Это когда возвращаешься с дачного участка, не нужно выбрасывать мусор вдоль дорог. Потому что за этим тоже следят наши дети. И как потом неудобно перед ними, когда проезжаешь по дороге и смотришь, что там та или другая свалка. Вообще, думаю, что вот сегодняшнее событие, которое у нас проходит, оно, конечно, призвано прежде всего побудить в детях заботу о природе и показать ее важность и ценность жизни человека. В этот день юные артисты из 13 дошкольных образовательных учреждений представили зрителям удивительную и поучительную историю Арины, девочки, которая любила говорить «сойдет и так». Оказавшись в лесу, Арина встретила злую волшебницу и короля мусора. Пакостники захотели с помощью девочки изменить наш мир до неузнаваемости. Но сами ребята, старичок-лесовичок и лесные жители встали на защиту природы. Мусор не собрали! Ну и что? Сойдет и так! Разве ты природе враг? Охранять природу нужно, с окружающим жить дружно. Танцы, песни и стихи на тему экологии были простые, а потому и запоминались дошколятами хорошо. Ведь через игру можно донести до сознания ребенка любую истину. Будем делать добро, запретим делать зло, ведь природа и мы заодно. Вот так и героиня постановки Арина и другие ребята на всю жизнь не только запомнят, но и всегда будут следовать основным экологическим правилам. Нельзя разжигать огонь, нельзя обижать диких зверей, нельзя ловить птиц, ловить бабочек. Нельзя кричать, нельзя пугать зверей и не рвать цветы, которые занесены в Красную книгу. На память о празднике каждый его участник получил диплом и настольную игру. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.